В футбольном манеже «Энергия спорта» прошел чемпионат Республики Татарстан по мини-футболу. Среди мужских команд сельских районов зачет 19-й сельской спартакиады «Селеметлек». Участие в соревнованиях приняли 12 команд из городов и районов республики. Команда Заинского района сыграла с командами Актаныша, Аксубаева, Черемшанского района. Из нашей группы в финальную часть, которая пройдет в городе Мамадыш, вышли команды, которые заняли первые 4 места. По итогам соревнований заинцы на 11-м месте. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.